животным присущи многие удивительные черты, найти которые можно не у каждого человека. Отвага, преданность, самоотверженность. И все это без малейшего следа пагубной рефлексии. Вот несколько примеров того, как дикие создания спасли жизни людей, оказавшихся в безвыходной ситуации. Не упусти свой шанс заработать миллион! Регистрируйся на сайте Вулкан и выигрывай! Ссылка в описании под видео. Дельфины и акулы. В 2004 году у побережья Новой Зеландии дельфины спасли 4 пловцов от атаки большой белой акулы. Стая кружила вокруг людей 40 минут, пока хищнику просто не надоело. Львы и киднеппинг. 12-летняя Кэрри подверглась нападению 4 мужчин по дороге из школы. По счастью, дело происходило в Эфиопии. На помощь девочке пришли 3 льва, которые отогнали похитителей. Более того, спасители оставались с испуганной малюткой до прибытия полиции. Собака и утопленник. Лабрадор Нанук получил статус национального героя благодаря своему хорошему зрению и умению плавать. Пес заметил тонущего мужчину в порту Малаги, кинулся в воду и вытащил его на берег. Кошка и пожар. Крейг Дживс мирно спал в своем горящем мельбурнском коттедже. От пробуждения перед лицом апостола Петра парня спас кот Салли. Недолго думая, он свалился Крейгу на голову и начал кусать за уши. Олень-насильник. Юная девушка возвращалась с вечеринки домой и на свою беду повстречала насильника. Злоумышленник утащил несчастную в ближайший лесок, где попытался задушить ее ремнем. С таким бесчеловечным поступком отказался мириться даже олень, который мирно занимался своими делами в ближайших кустах. Бравый защитник молнией налетел на мужчину и прогнал его прочь. Бобры и заморозок. Несколько бобров спасли мальчика, потерявшегося в лесу. Отчаявшись найти родителей, маленький Гиндон прилег отдохнуть в сугроб. Вскоре он почувствовал приятное тепло пушистых тел. Бобры живым одеялом накрыли мальчика и грели его всю ночь до прибытия спасателей. Белуга и дайвер. Фридайвер Ян Юн считался одним из фаворитов опасного контеста по погружению в ледяную воду. Никто не заметил, как ноги спортсмена свело судорогой, и он начал тонуть. По счастью, белуха Мила оказалась внимательнее зрителей. Она вытащила Яна на поверхность воды, а затем толкала бесчувственное тело до самого края бассейна. Собака и волки. Стая волков напала на семью в канун Рождества. Нельсоны возвращались домой и решили сократить путь через лес. От печальной кончины беспечных гуляк спас только ротвейлер по кличке Шэдоу, который не побоялся в одиночку броситься на волков. Горилла и ребенок. В 1996 году 3-летний мальчик поскользнулся в зоопарке и упал с высоты 6 метров на территорию горилл. Самка Джоа быстро подхватила ребенка и героически защитила от нападок соплеменников. Более того, она даже отнесла его к служебному входу, где уже стояли наготове сотрудники службы безопасности. Какая из этих историй тронула вас больше всего? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всего доброго!